Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами приготовим тоюх буглама. Для этого нам понадобится домашняя курочка. Мы будем использовать одну чолпа. Если вам нужно много в объеме, можно сделать две курицы. Это блюдо очень простое в приготовлении. Курица, обычный лук, картошка, болгарский перец, помидоры, чесночок. Зелень нам понадобится, соль, перец по вкусу. Для начала нам нужно нашу курицу. Как всегда, разделить на кусочки. У нас курочка домашняя, она даже у нас с эшчалотом. Но эшчалот сегодня нам будет не нужен. Поэтому для начала мы нашу курицу разрежем. Поделим ее на такие небольшие кусочки. Ты блатни, но черепашка внимательно смотрит. Для начала мы ее немножечко посолим, один вот такой пока что один большой лук репчатый. Можете, в принципе, разделить лук на большие куски, если вам так нравится. Но я сделаю его просто вот таким большими порциями. Половинку я нарежу вот такими большими кружочками. У меня блин на зубах. Тут половинку тоже кружишь. Один небольшой чесночок. Два их тоже можно так. Картошка. Ну, для начала вот я возьму пока что 3-4 картофелины. Потом по ходу мы уже посмотрим. Это зависит от того, сколько у вас курицы, да? Сейчас я вам маленький перевод здесь сделаю. Сарумсах – это чеснок. Чоч – это морковка. Соган – это лук. Тойюх – это курица. Болгар бибери – помидорный перевод. И аджи бибери. Аджи – это переводится как горький перец. И чартор. А то, что в руках моей супруги – это чах. Сахар это переводит как муж. Соль в переводе означает дуз. Это истиот. Можно с вами нарезать нашу картошку вот на такие куски.
такой остренький перец. Совсем другое мясо. Совсем. Вот так, чуточек. Мы его нарежем. Болгарский перец. Нарезаем колечками. Точно не горький? Угу. Горький. Здесь становится горький. Так что этого хватит. Вот таких красивых помидора. Я его разделю. Я обожаю помидоры, я кто бы знал. У меня до сих пор в голове вкус детства, когда просто помидор, тандель и сыр. И больше ничего. С таким удовольствием уплетаешь. А, еще между хлебом подаешь зелень. Делаешь себе как бы древний бакинский донер. Все. Наши заготовки готовы. Машалла. Довольно-таки простое и груженое блюдо. И, друзья, я немножко лука. Вот так. Возьму вот такую глубокую удобную кастрюлю. Так, немножко я выложу лука на дно. Теперь наши курочки сюда. Оставшийся лук засыпаем сверху. Выкладываем наши остатки картофеля. Мен бұра, мен де картофе бұрады. Азды. Бәшін азды, не? Да. Включаем газ на средний огонь. Так. И нам нужно будет сюда добавить топленое маслице. Вот, я добавлю вот это 2 столовые ложки. Так. Достаточно. Так. И заливаем это все. Это 0,5 литра воды. Немало курицы. Вот так, как видите, что воду вы уже видите. Я думаю, что этого хватит. И закрываем. Также я хочу еще сюда положить один вот такой красивый, еще второй лавровый лист. Все, закрываем это все крышкой и ставим на газ и будем его готовить до тех пор, пока все наши овощи и мясо не сварятся. Чуть. Мелко нарезаем. Вон здесь появился сосед. Соседка. Соседыч. Которая внимательно наблюдает за нашими действиями.
Она в камеру живая смотрится. Видите, скажу. Я наблюдаю за ней. Сюда я не добавлю немножко. Зафиранчик для красок. Прям может сейчас так и прям съесть. Чи-чи. Чи-чи переводится как в сыром виде. Ой, это что такое? Вот, дорогие друзья, посмотрите. Угу. Смотрим нашу картошечку, готовность. Она уже совсем у нас мягкая. Не разварите. Курица тоже. Это чулпашка? Чулпашка юмьемушахт. Юмьемушахт. Юмьемушахт, это значит мягкая. Ну, все. Наша красота готова. Включаем. Ну что ж, начнем. Да-да-да. Чем быстрее, тем лучше. Вот такая красота у нас получилась. Мясочку побольше, пожалуйста. Мясо слюнки текут, не говоря уже о прочем. Сюда для цоколя взял колбасу. Я водички люблю. Все, благодарю.